опускай ручку, держи вот так, руки, да, и посмотришь как бы снизу и вверх опять. Девушки-модели терпеливо позируют для фотообъективов. Участницы уссурийского модного проекта Fabulous Night Fashion привыкли пленять мужчин своей красотой. Правда, не в такой обстановке. Первая фотосессия для будущего показа дизайнерской одежды проходит в руинах старого госпиталя. Сейчас идем в ногу со временем, и такие места являются наиболее привлекательны для фотографов и видеографов, и вообще для людей в таком стиле, мне кажется, это более интересно, чем все такие финтифлюшки, красивая мебель. Красавицы не робеют. Похоже, в наши дни молодые девушки не верят в привидений, либо желание участвовать в проекте перевешивает тревогу. Fabulous Night Fashion – это ночной показ мод, в котором участвуют дизайнеры одежды со всего Приморского края. Первая фотосессия нужна, чтобы представить всех моделей. На этой съемке, как и на подиуме, девушки одеты в платья из последних коллекций. Очень вся в эмоциях. Вдохновляет, приеду, еще буду сильнее шить и больше. В общем, мне очень нравится, столько фотографов. Меня очень вдохновляет. Сильными впечатлениями зарядились участники фотосессии по обе стороны объектива, а также гости, наша съемочная группа. Сам показ мод обещает стать намного интересней. Проект Fabulous Night Fashion в Уссурийске уже второй год запускает Анатолий Голубев и пиар-агентство Fabulous. Ценители стиля встретятся ночью в клубе DM 10 октября. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.